И всем привет, друзья! Сегодня мы будем говорить реакцию на видео Эдисона на новую рубрику. Мы вешали на одном блоке в космосе Майнкрафт. Я его уже гляну, но теперь с вами гляну. Вот, ответь мне на вопрос, ты что сделал? Икс, Данильчик, Котомчик, как мы все были должны? У меня к тебе всего лишь это, космос, тебя куда потянуло? Ты что там, как-то я вот... Я тебя знаю, что ли, и на приселенцев убивать, может, каких-то. Ну, это, конечно, все круто, но у меня еще один вполне логичный вопрос. Ты посмотри вокруг, ничего нет. В одном блоке в океане у нас хотя бы блоки какие-то плыли, а мы тут на каком-то булыжнике стоим. Ты этот булыжник чем, зубами грызть будешь? Как нам блоки-то забывать? Что делать вообще? Вот именно, это полная пустота, тут вообще ничего нет, ни ресурсов, ничего. Извиняюсь. Это... Инопланетяне! Дурак! Огромные камни летающие! Такие же, как на котором мы с тобой стоим, Микс Данил. Ну, логично то, что мы в космосе. Логично то, что... А кто передвигается, не понимаю. Мы передвигаемся или они передвигаются? Ну, ладно, это как бы не важно. Я надеюсь, он пройдет под нами. А не врежется в нас и взорвет этот булыжник, и мы с вами сдохнем в самой первой серии. Так, он, получается, застрял. Вот мы и выяснили, возьми бластер в руку, пока я не выстрелил. Вот мы с вами и выяснили, зачем нам нужны эти бластеры. А сейчас давайте на раз, два, три... У меня здесь валяется блок андезита, диорита, фиг его знает, как этот красный камень называется. Подождите, пока не стреляйте. Мне надо кое-что сейчас проверить, и сделаю я как раз-таки на вот этом вот астероиде, который летит в нашем направлении. Хрен-то так, Стасик, уничтожайте этот астероид, я уничтожаю этот. Вы зачем по мне это стреляете? Я сейчас иди сдох. Так а нафига ты подула? Лезешь, аккуратно тут ходи, иначе тебя застрелю тоже вместе с Жигиплеем. Так, замечательно. Я сейчас подпрыгну, а вы молите, чтобы я не... Стоп! И обратно возвращаемся вот сюда. Вы уничтожили один астероид, я второй. Сейчас у меня есть 5 камня и 3 диорита. И здесь валяется 2 угля и 2 андезита. Фиг его знает, как эти камни называются. Но подожди. Я же могу сделать так. Я могу спуститься сюда. Я могу подпрыгнуть и вернуться обратно. Но уголь я так захватить не смог. Я могу сделать вот так. Спуститься еще на пару блоков сюда. А где уголь? Только что здесь был. Ну так все. Пшик валяется вот там. Забесь, фармим ресурсы. А так вот, ядрен батон уголь. Так что мне Натаха сказала, то, что он пропал? Заберите его, пожалуйста, кто-то. Да я не стреляю туда. Вот, затя бы
этого метеорита, мы его только что сбили. Ты же понимаешь, что рано или поздно у нас закончатся эти пульки, эти заряды, и мы больше не сможем нормально добывать блоки. Вот что нам потом делать предлагаешь? Так, подожди, вот там еще что-то валяется, я почти туда достал. Если есть у кого-то какие-то эти блоки, выбросьте мне сейчас, пожалуйста, я хочу построить огромный столб. О, спасибо большое, Стасик. Я хочу построить огромный столб для того, чтобы мы с вами могли доставать предметы, которые находятся еще в их... Это еще что такое? Ну, давай я сделаю вид, то, что я не до конца понял, что это сейчас было за фигня. Давай я соберу вот это то, что здесь валяется, и спущусь обратно. У меня есть три вот этих вот, у меня есть три камня и одна какая... Давай, стреляем, молодцы, огромные. Мне издалека показалось ли это нафиг летающие инопришельцы были? Не говори, что это инопришельцы, нет. Ты что думаешь, я разглядел эту тарелку, я просто увидел, что там жижа зеленая какая-то внутри, и все. Я она стреляет, и звуки у нее как... Еще! Нет, у меня 72% жизни! Ладно, жизнь хотя бы немного вот это генерируется. Короче, вы в любом случае их немного ближе к нам подпускайте. Возможно, из них тоже какие-то полезные предметы выпадают. Ваше железо. Железо нам с вами точно пригодится! Сейчас прийшов. Нарешті гра, яка дає. Реальні гроші за встановлення. Реєструйся. Тільки для... Ну ти що, та я тут Забираем все, что там выпало. Короче, я вам предлагаю, мы с вами сначала добудем... А ты куда улетел, Отопчик? Ты аккуратней прыгай. Ты колотить. Я вам предлагаю для начала построить небольшой такой... Ну я бы на пришеленца стреляла, тебя даже не видела. Да может, хватит там уже спорить, помогите нам, Самое проблематичное то, что у меня стресс. Самое проблематичное медь выпало, то, что у меня только что было 9% жизни, а я это даже не заметил. Я выбросил свою пушку только в космос и подобрал ее обратно. Так, это мои блоки. Возвращаемся обратно на вот этот вот столб. Я увипал снаряд. Самое главное, смотрите, чтобы этот снаряд вас вот это не врезался. Так, не стреляйте в инопришельцев, больше не стреляйте. Надо их подпустить ближе к нам, чтобы мы их убили и посмотрели, что из них выпадает, и выпадает ли из них вообще что-либо полезное. Да сколько их тут вообще? Помогите мне, пожалуйста, я сейчас умру! Двух запертохал снизу, третий вот этот пупс мелкий летает, который в нас даже не стреляет. Так, сейчас, секундочку, внимание, защищайте меня, пожалуйста. Я есть откуда стрелять, вот это, убивайте их. Так, сейчас, подождите, я немножечко простроюсь вот сюда, вот. А Хрейд изначально плакал то, что он не знает, как нам передвигаться здесь, в космосе. Так же, как и в океане, Хрейд, строишь блоки, передвигаешься. Так, два металла и один аккумулятор. Два металла и аккумулятор. Прекрасно. Настолько, что чуть не убили пришельцы, а у тебя два металла и аккумулятор. Что нам с ними делать? Объясни. Если у нас есть два металла, значит, с этими металлами можно что-то делать. Я вижу, что там еще что-то валяется, только мне не хватает блоков. Все блоки, которые вы подняли за всю эту серию, пожалуйста, подхватит стрелять, когда он еще не долетел, Стасик. Вот он долетел, забираем, выкиньте мне блоки ради всего святого в этом космосе. Я сейчас достроюсь и заберу те предметы из тех двух летающих тарелок, которые я только что добыл. Выбрасывай их, Данил, ты что, жмот? На, держи, мне не жалко тебе блоков. Продолжайте там снизу уничтожать пришеленцев, продолжайте снизу уничтожать вот эти вот...
Вот, астероиды, все, что здесь летает. Офигеть, как удобно. Всегда бы была вот эта вот гравитация. Так, защищайте меня. Я поднял 7 болтов и 4 гайки. Видишь, Грейт, мы с тобой, походу, какую-то тоже космическую вот эту вот тарелку в будущем соберем. Если у меня болты, если у меня гайки есть, если у меня все остальное. И не забывайте, пожалуйста, кушать. Да не стреляйте в них. Пускай подлетят сюда ближе. Когда они подлетят, тогда... Вот сейчас стреляйте. Все замечательно. Вот с него тоже что-то выпало. Я сейчас также туда наверх поднимусь и заберу все, что там валяется. Канистра какая-то. О, аккуратно. Канистра какая-то. Бензина была. Я только что еще нашел. Один магазин патронов на нашу. Да я человек. Инопланетянским языком говорю. Подожди, пока они сюда подлетят. Что я непонятно тебе говорю, Стасик? Так они сами стреляют первыми, мне больно. Так ты уворачивайся, они сюда подлетают, мы их уничтожаем, собираем материал. Не убивай их так, когда недалеко. Ждем. Стреляем! Давай, замечательно, я туда сам залезу, Наташенька, я там все заберу, все, что там находится. Вы офигенно, вот если бы у нас еще сами, вот это, я не знаю, если бы у нас сами еще была кирка, было бы просто замечательно. Я вижу то, что здесь есть вот эти вот металлические пластины, у меня их 8 штук, прикрывайте меня, пожалуйста. Мне осталось выяснить, что делают эти пластины, из них же 100% можно... Ядрен батон, у меня 3, у меня 6% жизни. Я вам говорю, защищайте, вы нифига не делаете. Да меня бы кто защищал? Ты слышишь, что у меня последний воспитательный батончик остался? Вот у тебя последний, а у меня еще 3 штуки осталось. Это хороший вопрос, как нам с тобой вот это вот еду в космосе добыть. Так, если у меня здесь палка, и у меня 3 булыжника, 100% у кого-то есть палка. Выкиньте мне, пожалуйста. Во-во, есть, держи. 2 палки сюда, 3 булыжника сюда. И у нас получается первая каменная кирка в космосе. Ага, а кирка нам зачем? Опа-на! Опа-опа-на! Это подожди! Значит, этот мусор можно ломать, а из этого мусора выпадают вот эти вот металлические пластины. И сейчас у меня их уже 14 штук. А если у нас уже есть вот этот вот верстак, если у меня 14 этих пластин, по такой логике я прям сейчас могу сделать печечку и поставить ее вот сюда. Вот офигеть, как я ее поставил, меня аж даже затошнило. Меня затошнило? Меня тоже затошнило, это не ты верстак поставил. И меня... Чё это? Вы нашли планету. Вы нашли планету. Значит, мы с вами выполнили что-то полезное за эту всю серию, если вы активировали вот эту вот тошноту, если у нас что-то появилось. Так, это, конечно, очень замечательно, то, что мы... Дайте я пожру сначала. Это замечательно, то, что мы с вами нашли планету. Где эта планета и как туда долететь? Планета-то сзади тебя, ты посмотри на нее! Так я только что туда смотрел, я обернулся, 3 секунды, а планета... Ядрен, да отойди ты уже, Стасик! А здесь огроменная планета. Это хороший вопрос, Херит. А сколько нам сейчас понадобится блоков, чтобы отсюда достроиться туда? Ну, я там интересно, гравитация. Ну, добре. Всем пока. Дякую за просмотр. Пока. Давайте так заново. Всем пока!